Спасибо. Спасибо, друзья. Очень понятно. Можно будет получить заключение. Вот так, да? Вот. Что еще? Что еще? Помним правила, которые мы не забываем. Сейчас мы его быстренько. Помним, что идем к нему. Поворачиваемся. В одну сторону есть. Обнимаем человека с таким самым. Привет! А, ты знаешь, да, что правило? Теперь в другую сторону. Привет! А теперь назад, приглядываемся и обнимаем спину соседа. Мы кого-нибудь обнимаем. Не забываем обниматься, друзья, обниматься как учебно. Хорошо. Все. Я хочу. Поднимались? Что, линейка? Линейка, мастера. Прошу вас, мастера, линейка называется. Будет вот здесь линейка. Становитесь. Уважаемые мастера, подходим на центральную поляну. Будьте добры, вот сюда, рядом с этими ботинками священными. Это объявитель пинтов. Уважаемые тренера, есть ли тут тренера, которые на 12.30? Подходите сюда, не стесняйтесь, ну вот тут тоже стесняйтесь. Вот здесь стесняйтесь, и чтобы люди вас увидели, вас аплодировали. Ого. Ого. Раскачивать можно? Всем привет! Здравствуйте! А сегодня часто так бывает в жизни, что мы проживаем жизнь с кем-то, с любимым человеком, а потом хотим перепрожить это все заново. И хотим узнать, например, что будет, как у меня сложится отношение с тем другим человеком. И вот сегодня у нас восстановочная игра. Меня номером очень важная информация, и вы
четко почувствуете. Гравитация. Если это ваша жизнь, вы просто побежите и не отражайте. Слышишься? Я так и буду делать.